Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится. Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? В чем там дело? Вот елки, забыла отдать открытку. Папа? Папочка? Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечают вспышки агрессии и... Утечка газа! Надо выводить людей! Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Бегите отсюда! Что это было? Что происходит? Его телефон. Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они и больные. Чем больные? Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда, скорей. Это же...
Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Скорей, скорей. Господи. Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где это носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза, да. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешним. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Плохо дело. Когда всем до одного одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё! Разворачивайся. Господи. Томми! Томми! Твою мать! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это сворачивай давай! Нет. Ну, ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. А! О, нет. Не останавливайся, Томми. Не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Кстати, тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Он умер! Страшно! Осторожно, Джон! Закрой глаза, Сара!
Сара, не смотри. Черт! Смотри только на меня. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи, Господи, прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня, дочь, Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам.
Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Да ладно, правда? Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. А ты, Джоэл, тебя уже в патруль вызвали? Не. Ну да, ну да. Паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Только паёк привезут, откроют. Ясно? Ты что, издеваешься? Лезь на землю! Боже мой, дом! Я сказал на землю! Я ничего не сделал! Нет! Руки за голову, мразь! Быстро! Ну, сканируй! Держите ее. Быстро. Смотри прямо. Ладно. Держим. К черту! Заткнитесь. Считайте, что вам повезло. Вот что значит прятаться в зараженном здании. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Поймали с фальшивыми талонами. О боже, и что с ним сделали? А как ты думаешь, избили до полусмерти и уволокли. С тех теперь пор у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Поезжай.
документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, Марк! Закрывай! Похоже, все чисто. Идем. Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Твою мать! Вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да будет свет. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Готов? Да, мэм. Руку. Ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. Где лестница? Должна быть где-то здесь.
Есть. Супер, тащи. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Теперь вниз. Думаешь, Пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сюда. Тише. А чёрт! Смотри, смотри! Помогите! Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Пошли. Впереди, слышишь? Ш-ш-ш. Что будешь делать? Возвращаемся в город. Кислород. Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Сюда. Прикрой вход. Ладно. Ну-ка, передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно.
Все, залезай и пошли. Раскомандовалась. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Закрой. Бери патроны. Пригодятся. Ну, малыш. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Этес, Этес! Эй, красотка, как делишки? Говорят, не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Ронал, купи. Тесс, давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Дорогие его по полу. Что это за херня? Блокируй удары. Ну, подай. Заткни ему хлебальник! Другой разговор! Давай! Надери ему задницу! Лупи! Я на тебя ставил! Попробуй продолжить! Давай! Не смей! Не подставляйся! Замочи его! Чего разлегся? Замочи, суку! Ты куда попёрся? Малик, сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый. Не спрашивай. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Я тебя убью нахрен! Я прикрою. Да. Займись ими. Я хаю, сволочь! Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. Черт, тут не пройдем.
Ну-ка. Дай руку. Иди сюда. Снова люди Роберта. Да, откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага, поставили к стенке и бац, бац, бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. Давай осмотримся. Так, мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Просто будь умницей. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним.
он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Грузы уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Жрать захочешь, наймешь себе охранника, куда делать. Давайте по-тихому. Их тут полно. Даже от тебя есть толк. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Мы хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку. Нахер пошли. Удирает. Роберт. Сюда. Почти взяли. Привет, Роберт. Тесс, Джоэл, мы ведь без обид. Ну что ты. Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Же... Не могу. Дайте пару дней. Черт.
Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Тихий, спокойный солнечный день прервал ужасный стон. И изо всех щелей дверей вместо людей сотни страшных тварей вырвались, чтобы теперь питаться нами. Никто об этом и не думал, но это пришло. Зло в дома и квартиры всех уже трясло от того, что понять не мог никто, как бороться с ними и что нам суждено. Это эпидемия, люди заражены. Никто и никогда не видел такой войны, когда с одной стороны здоровые живые, а с другой ходячий труп, пути к тебе ищут любые. И наш с вами герой бьется за выживание. Есть желание бороться еще за признание и доказать бездушным мутантам этим, что пока бьется сердце, не боимся смерти. И вот новый день в этом диком мире, в котором кроме зараженных есть еще чужие. Бандиты, мародеры, людоеды, группировки. Им бы помогать друг другу, а они как волки. Нам предлагают сделку за хорошую награду. Провести девочку надо через 7 кругов ада, через зараженных, через ходы подземные, в которых лишний шаг и вперед ногами первые. Это путешествие будет длиться год. Почему знает тот, кто игру пройдет? Куда направляются наши два героя? И чем так важен для всех этот ребенок? Для тебя больше 10 видов оружия. Не думай, что это мало, а больше просто не нужно. Ну и конечно, можно улучшить свои пушки. Бронебойный спецел — это уже не игрушки. Также можешь ты себе делать вещи: аптечку, нож, гранаты и похлеще, бомбы с гвоздями и коктейль молотов. Все собрал сам и к войне готов. Как бы описать график одним словом: офигенно, круто, супер или здорово. Все одно, графа просто мега. Тут 11 баллов, точно не помеха. Сюжет, в игре такой сюжет. Сценаристы фильмов, просите совет. И нет, не 10 баллов, а конечно тоже на 11 баллов больше похоже. Дико атмосферно, дико погружает. Иногда обстановку очень нагнетает. Сколько мы поставим музыки, а друзья? 11, конечно, баллов, оценка моя. Просто отличный геймплей, в отличие игре. Просто поверили, купи и сам проверь. Сделано все удобно и доступно. Просто 11, просто все круто. Итог 11.0, и только так. По-другому не могу оценить никак. Если по играм остак, то обязан ты поиграть в эту игру, как и все мы. Еще одна ваша просьба, идем дальше. Ждем новинок игровых и хочется почаще. Ведь это просто счастье, такие игры для нас. Это рэп-гейм-обзор The Last of Us.